Священномученик Емелиан родился в 1882 году в селе Старополтавка Саратовской губернии и происходил из простой крестьянской семьи. Окончил Емелиан Владимирскую учительскую семинарию, исполнял послушание псаломщика. В 1921 году был рукоположен в сан диакона и затем в сан священника. Вначале отец Емелиан служил в храмах Саратовской губернии, но по просьбе знакомого священника Константина Спиранского перевелся в храм Рождества Христова в селе Рождествено Новопетровского района Московской области. В том храме когда-то служил сам отец Константин, а сейчас приход остался и вовсе без батюшки, ибо недавно умер там священник. Прибравшись на новое место служения, отец Емелиан стал с воодушевлением окормлять своих прихожан. Был он награжден набедренником и скуфьей. Но в 1937 году власти арестовали священника Гончарова и заключили в тюрьму города Волоколамска. При обыске в амбаре, который ранее принадлежал церкви, а ныне относился к сельской школе, было найдено 25 патронов к винтовке. На основании того, что священника видели заходившим в этот амбар, ему приписали хранение этих патронов и участие в контрреволюционной деятельности. Следствие продлилось всего один день. Отец Емелиан все обвинения отрицал, и тогда тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Священник Емелиан Гончаров был расстрелян 5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Пятое ноября. День памяти священномученика Емелиана Гончарова, пресвитера.